собрались мы на рыбалку снова на линя. На линя я так давно хотел. Едем с Андрюхой. Там едет Саня. Как парня зовут? Забыл. Тоже забыли. Парни, короче, как зовут. Короче, сейчас форсируем речку. Вот Саня в действии. Че, поехали? Попробуем. Давай. Вот, у нас тут такое препятствие. Прям, ну, нигде не объехать. И вот сейчас Саня будет форсировать. Газу давай! Ой, да нормально. О! Нормально вообще. Поехали. Я думал, тут все сложно. Тут можно было потихо проехать. Так что, друзья, вот такие. На переднем приводе, у него задний отключен. Так что, ну что, мы сейчас проедем тоже, мы-то на полном приводе. А? Скажи, что на переднем приводе. Я сказал, что он на переднем. Переднем приводе. Все, друзья, давайте, сейчас будем мы пробовать. Зря мы застряли. Мы сидим в луже. Блин, я маленько взял, вот, она была. Ну, колея высокая, у него повыше маленько. Колея высокая, я бы здесь на пузе, а он слетел. Короче, вот так вот мы сидим тут. Сейчас зацепят. Ой. Да и разгон, да, небольшой был. Что-то она была маленечко, чуть-чуть. Ну ладно, сейчас уже. Вот они. Блин, ну глубоковато, я двери не буду открывать. Фиг его знает. Откуда, сколько там? Ну, в пол колеса. Ну, на днище сидит он. Ой-ой-ой-ой-ой. Ёпрст, блин, вот это я. Вот это я сделал дела. Сейчас вытирать меня. Все, вылезли. Жесть вообще, жескач. Ой, друзья. Да нормальный джип. А, прокладка еще хорошая между рулем и сиденьем, да? Ну, была чистая. Была чистая. А я вообще на переднем приводе. Зачем? Пластик. Не, она была. Много. Слышь, Андрюх? Там еще это. Скажи, что я вообще на переднем приводе. Уже все знают. Так, ну вот. Все, выехали. Маленько неправильная. Ну, машину, конечно, ушатал в плане. Блин, вот эта розетка у меня вообще выворачивает. Договорился, буду делать, короче. Цепляется она. О, травищи. Ладно, потом подсохнет, уберу. Блин, дурацкая лужа. Я говорю, бревна напилили бы давно, да вон там, самое узкое место. И все. Да бревна напилить и накидать, и все, и пусть они лежат и ездят, да, спокойно. На других машинах понятно, все, ладно, вот он, специалист, все, давайте, пока. Друзья. О! Барахлишка. Да забыл, творог. Квасок. Попить квасу. Сейчас будем. Короче, теорию смотрел вообще просто. Ютубе все перевернул, смотрел. Пойдем выбирать место подходящее. Оно вот подходящее, заросшее, все. Надо, чтобы недалеко было и кайфовое. Ну, утки прям вообще немерено. Ну, как немерено? Мерено. Они вот с болотинки вон той поднялись. Сейчас вечером и крикаж пойдет. Сейчас что-нибудь выберем такое. Подсак разложился. О, вещей до хера. Чтобы комфортно сидеть было, самое главное.
и клевала. Погода шикарная. Парит, главное, но не передавали дождей. Вот место хорошее, березина затопленное. А вот, во-во-во, вижу. Вот здесь сейчас можем попробовать посмотреть. И кустики, и трава. Пацак вообще заколебал уже. Так, от клещей Саня обработал нас. Так, ну вот, друзья. Вот перспективное место. Тут береза мешает. Вот перспективное место. Можно сесть и туда, и сюда, кстати. Да, вот сюда мы сядем. Отлично. Здесь будем сидеть. Буду сюда удочки забрасывать. Сюда две и сюда одну. Отлично. Все, друзья, сейчас, короче, разложусь, все поставлю и включусь. Ну, шикарное место. И бережок более-менее. Ну и будем поглядывать на всякие поползновения клеща. Саня меня нас обработал этим. Ну, короче, он от клещей территорию обрабатывает. Жидкость развели в спрей. Обшикал нас штаны, все. Говорит, вообще, он говорит, сейчас будете идти, он от вас бежать будет. Ну, дай это бог. Ладно, все, друзья, давайте. Сейчас будем закармливаться. Короче, сначала удочки размотаю. Друзья, ну вот такая получается с белыми фракциями творога. Вот анис добавил и какая-то вот карасевая. Ну, это прикольно пахнет. Не бодро так сильно как-то. Ну, прикольно, короче. Это мне прикольно. Сколько рыбы будет, посмотрим. Озеро дикое вообще. Тут редко кто бывает. Сразу скажу, парни попросили, ну, не делиться ни геолокацией, ни местом, ничего. Как место называется, честно не знаю. Геолокацию, ну, не просите, скидывать не буду никому ничего. То есть, ну, ребята попросили. Да, они попросили вообще не снимать. Я говорю, ну, тогда я не поеду. Они говорят, ладно, Андрюх, тогда, говорит, это, ничего никому. Я говорю, хорошо, договорились. Слово держу. То есть... Так, сейчас, короче, закармливаем. О, муть пошла, хорошо. Поближе маленечко. Пятачок накормим. А сейчас закорм сделаю такой. Как бы... В принципе, хватит. Лучше оставим. Сейчас вечерок. Как вечерок? Я не знаю. По-моему, часа 4. Непонятно. Дымка стоит. По времени непонятно. Так. Траву сюда выложим. О, садок освободим. Вот так вот отлично будет. И руки помыть, и рыбку свободно выплавать. Которой еще нету. Так, ну все. Присаживаемся. Блин, тут косогорчик небольшой. Ну там надо было сесть. Ну там три удочки не поставишь. Ладно, как-нибудь замостимся сейчас. Как-нибудь. Что-нибудь придумаем. Все, рыбачим. Ждем поклевки. Ну, что будет, уже тут, конечно, я включусь, покажу. Место обалденное. Тут коряжник. Тут трава с коряжником. Дальше не пошел, смысла нет. Ну что, чем дальше, тем... Дольше. О, друзья, поклевка. Поклевочка. Ну, поклевка. Хотел бы сказать, что ленёвая нет. Я не ловил линя. Поклевка, ну, на чебака похожа. То есть на прикорм пошла рыба.
Вот, на правую удочку. Удочка у меня карась. Друзья, если вот где-то увидите эти удочки карась, 4-метровый тест у нее 80-120. Сообщите мне, пожалуйста. Мне вот, я хочу такие же купить новые. Эти у меня удочки давно. Я хочу приобрести новые, потому что очень мне нравятся. Они как на дальний заброс, как вот ближним боем рыбачить маховым. То есть мне нравится. Если кто-то увидит, кто-то будет знать, где это продается, сообщите мне. В комментариях напишите. Можете мне в личку написать. В инстаграме, в фейсбуке, без разницы. Вот, карась. Ну, там что-то написано. Неважно, увеличите. Если посмотрите, увеличить можно. 4-метровая с кольцами. Все, рыбачим. Друзья, ну еще один пятачок. Андрюха говорит, пока не отпускай. Говорит, у меня батя говорит, любит таких жареных. Никуда не убирай. Тут карась шикарненький, он такой горбатенький, кругленький. И он говорит, никуда не убирай. Мы ходили вот туда место смотреть с Саньком сейчас. И приходим, у меня поплавок, короче, чуть ли не на берегу лежит. Вытащили, а там червя нету. Кто тащил? И смотри, как подошел карасик по ходу. Потому что вот сейчас вот поклевка была на эту удочку. Сейчас еще один клюнул. Так что прикормка работает. По карасю. И та удочка, кстати, молчит. Мухи какие-то прилетели. Так, все. Не, мухи просто какие-то мелкие. Ну, короче, у нас как бы маленечко поклевывает. Друзья, ну пока вот такие пятачки клюют вообще вот. Нету линя пока. Ни линя, ни крупного карася обещанного. Пока все в производстве. Пока тишина. Только карасик такой пятачковый. Ну, поклевки такие интересные, конечно. Но не, карась сам по себе ни о чем. Просто я его беру, там, ну, Сани батя любит таких, попросил ему подловить. Ну, попросил, не вопрос. Ну, на червячка, на парше простояло, нифига не взял. Вот, ну, штук 6 поймал уже. Ну, самое главное, что поклевывает, и то, самое главное, интересно уже. Когда не клюет, это самое неинтересное. Ветер стихает, время 5:30. Саня сейчас говорил. 5:30. Ну, они рыбачат на удочке, вообще у них тишина. Друзья, ну вот такие. Пятачки клюют, это вообще какой-то побитый весь. Такое ощущение, что где-то побывал. Ух ты! Вот. Клюет, конечно, дуром, но что-то прям крупного-то нету. Все, конечно, прекрасно. Но клевали бы хотя бы. По килограмму. Хотя бы. Пока Санькиному батя ловим. На жарёшку. А может, вон, сразу поклевка. Направо. Вот там пятачок опять. Блин. Ну, у меня вон срываются, они на траву падают, я их не подбираю. Ушел, ушел.
значит не мой. В том плане, что не ловлю их там. Ну это, конечно, прям пятачок. Но опарыши не хотят брать. Не нравится. Были какие-то поползновения в плане поклевок. Ну, ничего серьезного. Походу, ну, сразу. Ну вот тюкнул и все. Так. На правую похуже клюет, пореже. Нет, вот он. Ух ты! Утопил, друзья. Утопил. Пятачок еще и топит. Поклевочка. Ну, друзья, ну, линя нету, пятачки клюют. Причем клюют исправно. Грубо говоря, один за одним. Червяка мелкого не хочет. Хочет покрупнее. Ну, крупного карася нет. Тут карась-то есть хороший. Сказали. Сказали, здесь крупный карась есть. 1,5–2 килограмма. Пока я их не... Ну, пока только вот такие, друзья. Пока только вот такие пятачки. Короче. О, и червя всего съел. Нифига ты красавчик. Что-то левый встал. Пока на червя все. Ну, утрянка еще. На ночь закормлю. Утром посмотрим, что здесь будет. Черви хорошие, вообще прям шикарные черви. Ну, так он там... блин, капец ты, вообще не в тему. Не в тему зацепился. Эх, как так тебя цепить-то грамотно. Он сидел давно уже. Так, вообще, рыбачим. Друзья, ну вот он, наконец-то, первый линок в моей жизни. Лень, друзья. И то я просто хотел перекинуть снасть. Представьте, вообще, я доволен. Теперь я не жалею, что я съездил. Вот из одного такого сопливца. Смотрите, какой красавчик. Ой,
Ну, каким-то непонятно рыбой пахнет. Не карасем. Ай, вообще. Я смотрю, поплавок приподнялся и встал на месте, стоит. Вот, друзья, вот из-за него я сюда ехал. Правда, размер обещали мне вот такой, но это как бы... Ой, чешуя, ну как гальян на ощупь. Такой, как налим. Только налим скользячий, этот менее скользкий. Вот такой, друзья. Прикольно. Один есть. Ну, это прям я пожарить хочу. О, все, я доволен. И, кстати, это, тянуть его тяжеловато, чем карасика. Так, ну, друзья, ну, вечер уже. Клюют одни пятачки. Вот один линок. Линек. И все, пока тишина. Сейчас, наверное, пойду готовить кушать. Сегодня я на кастрюле. Будет картошка вкусная на костре. Друзья, костер сейчас разжигаем. Дров натаскали. Илюха. На, побольше, на, закинь. Не-не-не-не, Илюх, подожди. Сейчас... Андрей, Илюх, ходи сюда. Нормально, нормально. Сейчас это все прогорит, мы маленько угли будем. Все. Пять. Вот такая картошечка обжаривается. Готовим вкусняшку. Угу. Ну, все хорошо. Давай. Все хорошо. Конечно, все хорошо. Вот приятное, что вот мужики так вот, что такие приятные, нормальные. Да. Да. Что было? Отдыхаем, готовим, кушаем. Отдыхаем. Правильно? Там готовится у нас вкуснятина. Да? Друзья, вот салатик у нас попер. Зелепушечки. Редисочка на подходе. О, Санек редисочку там намывает. Сигареты они там не фото, а что? Ты что, куришь, что ли? Ну да. Я тебе мамке твоей расскажу. Ну, что ты начал сразу же мамке расскажу? Блин. Обещал больше же не поеду с тобой на рыбалку. Обещал после же этого, не будешь, да, что ли? После этого больше не поеду с тобой на рыбалку. Вот так вот, друзья. Мирно, дружно сидим, никого нет, рыбачим. Друзья, вот так. О, в дыму сижу. Так вот все. Друзья, доброе утро. Линя, линок что-то не клюет. Но бешено клюют. Вот что-то. О! Бешено клюют вот такие карасики. Кстати, крупнее стали. Чистенькие, ровненькие, прям вообще. Клюют здорово. Вот. Как в том видео, забрасываем, забросили. Ах ты. Забрасываем. Клюет, конечно, здорово. И вытаскиваем. Размер пятаковый. Просто я еще раз скажу, что это у Саньки батя попросил. Он там и консервы делает. Не консервы, шпроты. Шпроты делает с них. Говорят, вкусно получается. Не пробовал. Ну, клюет сразу, то есть, мгновенно, как на черных камнях.
Линя было побольше, конечно. Чё-то один попался пока и все. Я сегодня еще не кормил. Не знаю, кормить, не кормить. Ну, творог-то остался, я думаю, надо творожку подкинуть. Да что-то, блин, мелочевка какая-то. Даже тюк-тюк-тюк-тюк. Ну, какие облака. Зафотаем. Так, друзья, что у нас? Завтрак. Зажигание мусора пластикового. Сейчас пьем кофе. Я что-то прикормил, перестало клевать. Линя нету. Карася неинтересно уже. Вот он, выспался, да? Какой выспался? Друзья, закончили мы рыбалочку. У нас было четверо человек. Вот кто на лодке рыбачил, уезжали за остров. Те поймали вот карасей, линей. Щучка даже клюнула на червя. Караси вот такие, под килограмм. Но в основном карась, линя мало очень. Там штук, наверное, 10-14, да, линей? А это вот... Это вот я на удочку поймал. Тут килограмм, наверное, около 15, друзья. Таких пятачков. Вон линка надо переложить еще, Андрюх. Вон линок. Вот так вот. Отлично порыбачили. Всем счастливо, всем пока. Всем натянутых лесок. С вами был канал Рыбалка в Сибири.